Всем привет! Сегодня я покажу, как быстро подключить и настроить SuperMetrix для Google рекламы на примере простого отчета. Допустим, мы агентство, и у нас есть несколько рекламных аккаунтов, где мы делаем рекламу для клиентов. И мы хотим каждый день получать информацию о том, какую сумму израсходовал каждый рекламный аккаунт, чтобы контролировать расходы. Итак, давайте сделаем это. Итак, открываем пустую Google, файл Google табличек, заходим в Addons. Тут у меня уже заранее установлен SuperMetrix. Если у вас нет, то вы должны будете добавить ее. Добавляется она вот здесь, в Get Addons. Здесь просто пишите в поиске SuperMetrix. Вот, и здесь нажмете подключить, добавить, в зависимости от того, какой у вас интерфейс. У меня она уже установлена. Итак, мы нажимаем запустить сайдбар. Запускается окошко справа. Мы выбираем здесь Google Ads. Вот он. Здесь выбираем все аккаунты, ну, чтобы получить информацию по каждому из клиентов. Выбираем интересующую нас дату. Я выберу за вчерашний день, если бюджет. Здесь мы указываем в этом разделе метрики, которые нас интересуют. Меня интересует расход. Сколько каждый аккаунт у нас израсходовал. Здесь разделение будет происходить. То есть мы будем делить именно по названию нашего аккаунта. Также здесь можно разделять по датам, или по строчкам, или по колонкам. То есть как вам уже удобно, в зависимости от того, какой отчет вам потребуется. Фильтр. Давайте добавим фильтр, чтобы те аккаунты, которые у нас не активны, у нас здесь не появлялись. Чтобы это сделать, мы укажем cost больше одного. Соответственно, те аккаунты, которые израсходовали меньше одной единицы, то есть смотря какая у вас валюта на аккаунте, они не будут показываться. Вот здесь мы настроим, пускай будет тепловая карта для того, чтобы было видно, кто больше, кто меньше израсходовал. И нажмем «Добавить данные в табличку». Все, наш отчет готов. То есть здесь мы видим название аккаунта, сколько он израсходовал за вчерашний день. Тут мы можем это все подписать, более красиво оформить, как нам нужно. Так, давайте вот шрифт. Ну, это уже на ваше личное усмотрение. Вот. Итак, отчет наш готов. В следующем видео мы дополним нашу табличку данными по расходу из других рекламных платформ. И, соответственно, это будет более информативная табличка, где будут содержаться не только данные по Google, но мы также добавим и по Facebook, и по Яндексу, например, чтобы у нас была полная картина по расходам. Спасибо за внимание. Всего хорошего.